Всем привет! Сегодня воскресенье, немного такой рабочий день. Загнал сюда машину Time-Up Лёни Шнайдера. Будем переклеивать некоторые наклеечки. А в следующем видео я вам покажу, как я на этом автомобиле заехал в бокс. Для меня это было впервой. Машина очень заряженная, очень сильная, нелегкое в управлении, но по инструкции Лёни можно сказать, что я справился. Тронулся, правда, с третьего раза, но я считаю, что это успех. Куда не деть?